Всем привет, ребята! Меня зовут Дина, и я рада вас видеть на моем канале Дина Блин. Как вы видите, у нас тут новая серия ДБД. И неспроста, ведь на тестовом билде стали доступны новые выжившие и новый маньяк. Кейт и клоун. Не терпится? Мне тоже. Давайте посмотрим. Тут должен был быть клоунский смех, но нет. Наша Кейт Дэнсон. Она уже признана одной из самых сексуальных барышень в ДБД. У нее есть ряд перков. Так, ну часики не ее, просто уже открыты. Сапожки, танцуй со мной. Позволяет ей в течение 3 секунд не оставлять следов после прыжка в окошко или резкого вылезания из ящика, из шкафа. Лошадка. Позволяет на 25% быстрее страглиться в руках маньяка, когда вас несут на крюк. И плюс маньяк не видит ауры крюков на расстоянии 10 метров. Ну блин, когда ты находишься в 10 метрах, ты уже не нуждаешься в ауре, ты и так видишь крюк. И кроме того... Так, способность видеть ауры окошек... Ну, или других препятствий, через которые можно перелезть. А также палетов в радиусе 20 метров. Тоже сомнительная способность. Ну, по крайней мере, на первом уровне. То есть 20 метров. Ты и так прекрасно увидишь эти палеты. Давайте глянем, что у нее по одежде. Пока что одна прическа. И две майки. И одни голубые шорты. Прежде чем мы отправимся на поле, играя за Кейт, и, разумеется, надеюсь, что нам выпадет клоун в противнике, я предлагаю быстренько глянуть еще одну фичу этого тестового билда. Магазин. Вы, наверное, заметили еще в верхнем правом углу вот эти вот желтые клетки, так называемые, аурические клетки. Они нам пригодятся как раз в магазине. Как вы думаете, что там? Шмотки, правильно! Ребята, тут очень-очень много одежды. Это как будто вы пришли в Зару или в H&M. Вы посмотрите, тут куча нарядов. Для каждого персонажа из числа тех, кто не защищен авторскими правами. Та же Кейт, вон у нее и прическа новая. И обувь, и сапоги. Можно отдельно смотреть головы, верха и низы. Можно покупать и комбинировать. Это правда, блин, магазин одежды. И тут вот вопрос к вам. Вы хотите, чтобы мы устроили так называемый модный приговор в этом магазине? Чтобы прошлись по нарядам персонажей выживших и по нарядам убийц. Тут, кстати, есть что глянуть. Например, Аннушка. Давай переодевайся. Вот. Медведица. Даже так и называется. Mother Bear Медведица. Посмотрите. А как вам это? Как вам это? У нее сковорода висит на поясе. Если хотите, чтобы мы устроили модный приговор, так и пишите в комментариях. Сделаем отдельный выпуск про это. Ну а пока не буду особо заострять ваше внимание на магазине, скажу только, что можно покупать либо за вот эти аурические клетки, либо, когда есть выбор, можно использовать также осколки. И да, вот эти желтые штуки покупаются, насколько я поняла, за донаты. Эх, ДБД. Ну что ж, в магазин сходили, можно и в партию отправиться. Клоун, пожалуйста, пожалуйста, пускай это будет клоун. Да-да, кладет цыганочка. Хочешь ли ты мне погадать, малышка? Кто это тут уже работает? Дуайте. Я к тебе. Вы удивитесь, насколько много не-клоунов можно сейчас встретить на тестовом билде. Фух, я тебя испугалась. Пенгмин, сунь. Ты, блин, так подкралась.
как будто ты какой-нибудь Майерс. Иди работай. Нет у нас для тебя места. Работай, девочка. Вот правильно, организованной группой. Идем дальше. Ой-ой-ой, я передумала. Вы идите, я тут... О, да, против нас клоун, ребята. Он швыряет свои бутылки. В общем, в двух словах о клоуне. Его супероружие — это вот эти вонючие бутылки. Я думаю, мне еще прилетит. Вы увидите, как они будут действовать. Видимость очень сильно ухудшается. И к тому же персонаж сильно замедляется. Это самое важное и самое опасное. Таким образом, клоун может нас очень быстро настигнуть. Тихо-тихо. Так, сейчас мы второй быстренько зачиним, как это было сделано с первым. Надеюсь, удача будет на нашей стороне. Где Фэнк Минсунь? Чем она занимается? Это была она? О-о. Вот и бутылочка пошла. Давайте, пожалуйста, убегай отсюда. Давайте, нет. Давайте. Позволь твоим сокомандникам пока что заняться генератором. Не бегай здесь, пожалуйста. Двайте! Двайт! Он на ватанеле со страшной силой. То, что я делаю, очень опасно. Сейчас как разозлится, что я у него под носом прям работаю. Вкалываю голыми руками, починяю. Вы его... Что вы с ним делаете? Почему он зарычал? Ему не нравится то, что вы вытворяете. Я хорошая девочка, я просто работаю на пилораме. Дядя Клоун, не трогайте меня. Так, Дуайт тем временем вылечился. У нас пока что только один генератор заведен. Так вот, и благодаря этим бутылкам уже не получится использовать старую добрую тактику. Бегать от маньяка, пока тот не устанет. Не. Надо что-то новое изобретать. Чш. Ты не пойдешь проверять. Ты не пойдешь проверять заведенный генчик. Тут уже никого нет, все ушли. Чш. А теперь правда все уходят. А! Отлично. Три движка готовы. У нас все персонажи здоровы. Блин, нет, Дуайта опять ранили. Это происходит где-то далеко. Слышали? Ой, на другом конце карты. Значит, можно поработать вот над этим. Блин, абсолютно свежий. Это займет какое-то время. Может, тут будет сундук с ящиком? Инструменты не помешали бы. Так, 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 у нас все ранены. Что тут? О боже, двое лежат. Двое поднялся. Один лежит, два ранены. Черт, черт, черт. Я просто буду чинить, пока ситуация не прояснится. Нахлобучил. Накрюканил. Давай, чини скорее. Я надеюсь, ребята снимут нашего тиммейта. Потому что я очень занята работой. Уже сняли. Угу. Молодцы.
Так держать, товарищи. Под конец, я думаю, еще чуть-чуть побегаем от маньяка, чтобы вы увидели, что из себя эти бутылки представляют. Надеюсь, нам это не будет стоить жизни. О-оу, вот это сейчас плохо было. Когда очень хочешь перфект скилл-чек. Видите, вдалеке. Он идет сюда? Нет, он бежит. За человеком. И... уже вот-вот. Дуайт. Отвлекай его на себя, пожалуйста. Пойду присоединюсь к товарищам. Четыре руки. Опа. Прямо в лицо. А! Я тоже попала под бутылку. Ой-ой. А тут еще остались? О боже, тут что, уже больше нет? А, он это видел! В смысле? Он у меня ударил, когда я что делала? Была в анимации или что именно? Я хотела совершить обманный маневр. Ты хочешь меня этим облить? Что он там... А, ему, видимо, нужно замиксовывать новые бутылки, прежде чем он сможет их кинуть. Черт, я почти восстановила силы. Я супер быстро виглюсь, плюс 25%. Давай. Финь-минь-сунь. О, у меня сейчас сгорит ладошка. И-и-и-и-и-и. Да! Спасибо тебе, моя хорошая. Теперь нужно куда-то убежать. Есть тут? Он за мной, да? Не докинул. На другой конец карты несусь. А-а-а! Мне кажется, они все палетки уже собрали. У клоуна есть способность. Если... о-о! Он перелезает через окошко. Кажется, или мы стали как-то медленнее вылезать из ящиков. Если он перелезает через окошко, то оно на 8 секунд будет заблокировано. Это один из его перков. Давай, давай. Нет, нет, успел. Черт. Только не кемпери. Дуайт, я не знаю, куда мне бежать. Дуайт, мне страшно. Дуайт, мы должны завести еще один генчик. И сбежать. Спасибо. Заведен. Одни ворота, другие ворота. О, куда здесь дальше-то? О, ящик. Я не понимаю, где еще генчик. Прям в подвале. О, вот и генчик. Наш коллега второй раз уже на крюке. Ребята, спасите его, пока я тут работаю. Пожалуйста. Сняли, сняли. Они молодцы. Готов. Бегу к правым воротам. Клоун, конечно. Он, мне кажется, немножко похож на Юрия Гальцева из «Аншлага». Помните такого? В гриме. Привет, Кейт. Как твои дела?
когда на стриме играла, я высказала мысль, что она чем-то похожа на типичную участницу шоу «Холостяк». Так, одни открыли. Давайте, наверное, вторые заодно. Потом убедимся, что с нашими все в порядке. Чтобы было куда бежать. Ой-ой, это зря было. Это ошибка. Он меня сейчас может убить. Давай, пожалуйста, давай, детка. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Это было близко. Фух. Я надеюсь, у остальных ребят... Воу-воу-воу, что с волосами? Тоже все сложится. Дэдди, не голь, не к маньякам. Ну что, ребят, это была партия за новую выжившую Кейт. Хочу отметить, что с помощью ее усовершенствованного вигленья и, разумеется, наших сокомандников, нам удалось избежать из лап маньяка и выйти сухими из воды. Новый маньяк-клоун пугающий, а эти бутылки правда сильно портят жизнь. Напишите в комментариях, что вы думаете о новой выжившей и о новом маньяке, как о противнике. А если получится, я сниму также и видео с отдельной игрой за маньяка, если лобби найдется, потому что на тестовых серверах обычно с этим могут быть проблемы. Спасибо всем, что смотрели, поддержите лайком, приходите ко мне на стримы на Twitch. Ребята, теперь все стримы проходят только на Твиче. Подписывайтесь на соцсети, Instagram DinaBlin, паблик DinaBlin Game ВКонтакте. Что еще? Телеграм Бина. DinaBlin Телега, где мы общаемся с блинчиками. И уже скоро увидимся. Пока-пока.